Нормально, приятно. Подождите, как вас легко обмануть новой картой? Это просто посадочная капсула такая. Ай, блядь, этот мод удаляет полностью Макс, испанский. Ты тут? Блядь, надо переставлять. Я только отошла от Гуччика и взял пизданул. Где труп? Ну, не только что, ну, короче. Где труп, короче? Труп в столовой, я отошла в мед. Он офигашил, что ли? Там он уже валяется. Ну, что, офигашил? Потому что он стоял там. Ну, правда, он стоял на кнопку чуть дальше. Но он чуть убежал от кнопки, ладно. Кто, где? Я сейчас спускаюсь с камер. Я в электричестве. Ребят, я считаю, что выключение связи — это мув Финаргота. Я согласна, что это мув Финаргота, голосую. Нахуй идёте, блядь. Голосую в Авдеич, блядь. Нет, кликаем Финаргота. Схуяли вы, блядь, меня кикаете, нахуй. С того, что связь, нахуй, отключилась, вы совсем ёбнулись. Я поставил в Авдеич, думает она. Я Максу, чтобы Макс пришел. Я вообще думаю, что это Макс, потому что Макс долго фкашил, как раз убил Гучика, пришел и ушел. Где долго? Я полсекунды. А кто в меня голосует? Я артист. Я артист. Я артисты. Ну и что? А в тебя я артист и боти, и что? Ассоси. Кто со мной голосовал? Финаргот точно трейдер. Да тебе даже не говорит, кто с тобой голосовал. Я трейтер, а может ты трейтер, блядь. Там винты были, блядь. Где? Где? Винты были в мидбэй. Чел ну, убил труп... электрики, вопрос... тэпнулся. Но труп артиста валяется. Не? У нас 2 кило, кстати. Да. Кто-нибудь был на админке? Да, я и Белоглазка. Да, я в дичь. И я смотрел на админке, ты Белоглазка? Чел тэпнулся. Но... Да, чел... и Ботик нам еще подошел. Смотрите. Блядь, по пизди, подошел, блядь, я там стоял. Блять, можно? Ну, это, в общем, если винты, то этот килл не делал ни я, ни Боти, потому что мы только что подошли. Я не думаю, что он бы круг бы успел сделать. Валяется под щитом. Я с Насечкой сейчас стоял около секьюрити, просто друг в друге. Значит, Лёша остаётся. Секунду назад был вент. Сколько секунд назад? Секунды три назад, четыре. А, ну тогда это не Сеня. Ну, блядь, на админке ты заебал. Авдеич, Лёша были на админке. Когда был типа винт, при этом, по-моему, на... Я был на админке. Я Ботю не видел на админке. Смотрите, Авдеич, Лёша, Ботя были на админке, Белоглазка или кто-то кроет Сеню, а Настечка что? Я с Настечкой в двойке был. А, ты Настечка, Белоглазка где была? Короче, кинь мне эту синюю Настечку, всё. Скажите, пожалуйста, кто в прошлый раунд со мной голосовал Финаргота? Я. Кажется, сам Финаргота голосовал. Ребят, секундочку, один важный вопрос, который всё прояснит. Кто был на верхней двигателе? Там никого не было. Ну, я пробегал туда. Всё прояснено, Бойда, всё прояснено. Настечку. Настечку. Нет, скип, не слушайте эту хуйню, не слушайте эту хуйню. Короче, смотрите, Финаргот и Ботя вкидывают, Ботя и Финаргот вместе. Да-да-да, пасы в уши, пасы.
Да, да, да. Да, 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 да. Отрепортишь в школе. Не отрепортила я. Ну, вот приебал, получается. Я уже хотела сказать, что это Фенергот. У вас, типа, не... говорят, что двое находятся в однике, потом вместе с четверо человек, блядь, и все такие, нормально, нормально. Погоди, секундочку, погоди. Так хорошо дверца позакрывал. Стоп. Ты 2 кило сделал, думал, блядь, сделал 2 кило, сделал 2 кило, сделал 2 кило. Ой, а мы вкинули вообще правильно в первом раунде. В кого вы вкинули? А чего вы в него вкинули-то? Я, кстати, не... вот этот вброс на уровне отключили связь, вы сейчас, блядь, посмотрите, нахуй. Сейчас каждую вторую катку будут связь отключать. Это, блядь, это... сука, как с электричеством это было, блядь, почерк Фенергота. Новый почерк Фенергота. Я просто поржала, начала такая же тема была с кем-то. Я решила, что это ты. Ну, если я начал защищаться, я сказал, тогда в тебя. Не-не, я помню, что такая же тема была еще с кем-то. Я не помню только с кем. Тоже, с типа, человек связь постоянно отключал. Нет, связь именно, не двери. Без двери. Я связь отключала раньше. Да. В школе расскажешь. В школе расскажешь. Я короче, блядь, я сейчас посмотрел откат, я что-то хуйню спизданул про Лёшу, которого видел в однике. Это спизданул Фенергот, по-моему, вообще нет. Сейчас, нет, погодите, это я сказал. Я пересоздам сейчас лобби, потому что мод кривой. Я не помню, где еще, я помню, буквально. Блядь. Зачем? Зачем мы вышли? Мод хуйня. Потом... Мне мод не понравился. Понятно. Привет, Энерган. Мод хуйня, ситуация страшная, я руина, кстати. Здравствуйте. Можно мне какой-нибудь мод, кстати, тоже потом скинь красивый? Нет. Почему? Соси. Энергот в ответ. Я пососу скинь мод. Авдеич, тебе будут сначала пососи, красивый мод. Сначала пососи, потом скину мод. Я же сосала. Да? Я сосала в последний раз, когда мы виделись. Нет. Да. Может, тебе это приснилось? Может, сосала не ему? Кому сосала, Авдеич? Заходите, кто не заходит. Я сегодня вообще-то проснулась в 8:30. Проснулась. В 8:30 утра я проснулась. Первый раз за последние, наверное, 2 года. А через сколько минут ты спать обратно легла? Я режим восстановила. Не через сколько. Я пошла играть в доту. Доту восстанавливала. И играла в доту до 2. Утра? Да. Я решил себе восстановить режим, лег в час... Проснулся в 9, понял, что мне хуёво, лег спать, проснулся в час. Я решил восстановить режим и лег в 6, потому что я полночи... Блин, я вчера купил себе пиво. Мне бы даже паспорт попросили. Я прихожу домой, сижу с подругой... Лёш, сколько тебе лет? Подожди, 18. Сижу с подругой, и она такая читает название, и там написано «No alcohol». Я такой, блядь! А я пьянею. А чё паспорт попросили, я так и не помню, кстати. Написал алкогольное пиво, паспорт же не просит. Ну, потому что в любом случае... Да, его зажито пиво. Завтра начинается киберспортивный сезон. Она на 0% просит паспорт? Да, меня попросили, да. Я сам удивился. Так в смысле, и на энергетик просит паспорт? Нет. Но сейчас законодательство новое. Энергетики нет, уже законодательство поменялось, уже 16. Ну, по крайней мере, у нас в регионе. Ничего не знаю, у меня продавщица просила на энергетик паспорт. У нас еще двое не зашли. Нет, просто в разных регионах разные правила, к примеру, у нас в регионе 16 лет продают. Привет, Кать! Насколько я знаю, Питер в Москве, и у нас точно типа 16. Вы понимаете, 16. У меня просили паспорт на энергетик. Понимаешь, просто не думаешь, что это вообще маленький ребенок. Нет, на энергетике я видел, как паспорт требует. 163 сантиметра, типа, ну о чем речь? Да, блин, у меня лет с 12 уже рост был выше. Блин, Лёш, крутой! Лёш, сколько у тебя сейчас роста? 164? 180. Ух... Что-то ты со скольки лет? С 12? Недалеко ушел. Не очень много, да. Да вообще. Это 12 рост просто. Нормально. Нормально там скин в CSGO продали за 150 тысяч баксов. Слайгот не завидуй. О, я не завидую, просто... А что там за скин, извините? Dragon Lord? Seeker Eye Power? Нет, нет, там АК с 4 наклейками, Титан голографический 2014 года. Они какие-то дорогие. Да даже не из-за того, что из-за наклейки. А в контришку никто сегодня собираться не будет?
Нет. Вау, давай поиграем в контришку реально. Кто не зашел еще? Контрасити? Человека замученный сидят. Я не зашел. Блять! Сидят на человека замученный, в итоге не зашел Ботя. Так а я что знаю, там не сказал никто, что заходите. Я знаю. Я смотрю в DS. Реально. Ну, коллекционеры купили, но они зря. Зная, как Valve умеет убивать экономику, это они зря сделали. Но благо, пока в плане контри они не убивают экономику. В Доте убили. Помню, золотой Baby Roshan стоил, блядь, под 30 тысяч баксов некоторые циклы. Сейчас они стоят пару кусков всего. Я одного продавал, помню, за 8 тысяч баксов. Чувствую нормально себя. Что входа в электрику. Чуть левее входа электрики. Ну, еще один труп на камерах на... точно. Мне кажется, на этом, на оружии. Да на камерах есть. На, на камерах не было трупа. Я заходил на камеру, потом убежал через верхний двигатель, забегал в реактор, и не было там. Да, мне только... Кажется, на проблема в том, что... Проблема в том, что... А, ну или, значит... Ну, общем, человек, человек винтовался из электрики, ой, из камер в мед туда-обратно по КД. А, ну для из мед... Ну, камерой... мирный, Финн мирный. Не видел никого. А, Гуччик тоже мирный. Я думаю, то, что два плавать это... Я запишусь на днях. Либо Финн... Ботя-артист, либо Ботя-Настя. Давай, давай ты не будешь хуйню не слушать. Ботя для меня я весь раунд прыгает. Провел справа. Ну да, да я справа весь раунд провел. Подождите, да. Кого Гуччик? Я решила то, что ты стоял сейчас на щитах, ждал винты в... Ботя не я не был на щитах, я не стоял на щитах. Блядь, Авдеич, я вкидываю в Авдеич, мне похуй. Ботя, блядь, Ботя, не подожди, подожди, подожди. Ботя, не спорь, она решила. Где кто справа был, ребят? Так Авдеич красный. Я был справа, смотри. Я был стоял сначала на админке, прошел мимо Настечки, мимо Макстопа и Авдеич, в навигацию. В навигации выполнил 3 квеста. Ко мне пришел Гуччик, Гуччик пошел наверх, видимо, сейчас в оружейке он был, а я пошел вниз и вернулся в админку. Все. Там 100% где-то тут. Ботя, ты сколько? Подожди, подожди секунду. Я когда был в этом оружейке, я тебя там не видел, как бы. Я потом пошел не в оружейке. Да не в оружейке, мы с тобой в навигации пересекались, когда свет в оружейке. Нет, мы скипаем, но я просто говорю то, что я думаю, что это, блин, Ботя и... Ботя, ты сказал... Ботя, ты же в курсе. Ботя, ты сказал, что на оружейке труп? У меня 2 трейдера проголосовали. Нет, я сказал, что в оружейке Гуччик. Ну, Ботя проголосовал. Артист, кстати, для меня годится трейдером. Вот я и говорю то, что для меня там 100% двойка. Чё, вода выкипела, да, вся? Там по-любому там чуть-чуть там осталось плавать. Микрофон. Блять. Чего, бля? Артист? Я... Нет, подожди. Ты забежал. Я забежал, а сзади меня Настя забежала, а ты выходил. Что, блядь? Ну, я отрепортил. Ну, я так это Настя. Так, мы с Финнерготом выбегали. Я Настю хочу. Нет. Так нет, это Настя. Я Настю хочу, Настю хочу, Настю хочу. Я-то причем, я же первый зашел. Сейчас по всему, что... По всему, что осталось, по всему, что сейчас осталось, давайте... Да все, Настя, она уже сказала то, что Макс убил. Просто я не понял, что ты сразу на меня, я так и подумал, что... Не, я просто тебя только увидел. Не, Настя за меня пришла. Все, окей. Ну, после... мы с Финнерготом начали выбегать. Тогда сейчас Гуччика выводим и выигрываем. Блин, вода выкипела вся. Выводим, Гуччика выводим. Какого Гуччика? Я сейчас, блядь, с тобой весь раунд был, ёбаный компот, блядь, алло. А у нас два килла, у нас труп. А, точно. Ну, у нас где-то труп.
А у нас можно еще молчать, представьте. Совсем распоясалась, сука, блин. По жопе получишь, блядь. Блядь, что? Сука. Бля, никто не хочет прийти труп найти. Где? А где кто был? Скажите, пожалуйста. Я починил столовки свет. Сейчас... Я свет починил. Кто-то из столовки сейчас в этот вниз. Ну ты представляешь скам? Вот всю эту статистику. Я в электрике один свет починил и сверху скачиваю данные. Сплавно бы искал на днях, я запишу. Хранилище. Скажу ему так. Сложно. Я изначально через хранилище только пошел в электрику. Я в электрике был, выключился свет. Я починил его и вверх стал. А где труп? Данные. Поэтому, пацаны, я не знаю, кто из вас. Хранилище? Вот кто-то сейчас убегал к админке. Я бегу смотри, по столовой. Я 100%... Я 100% как если бы красный. Если артист починил, значит, это ты друг. Делал... Гучик, нет, ты только что к админке подбегал? К админке? Ну... Нет, смотри, короче. Смотри, где я был. Я пошел сразу же на левую сторону, я пошел в мед. Я сделал пробирки, вырубился свет, я вышел через столовую, получается. Я спустился вниз и в хранилище как раз-таки зарепортил. Ну, блядь, ну вот Макс, я... Макс, а ты сказал, где ты, в столовке? Я в столовой, я же говорю, я увидел, кто-то вниз бежал. В сторону админки и как раз... Ну, это получается, ну, Гучик вниз бежал и зарепортил, получается. Ну. Ну. Самореп, значит, убил сейчас и... Это не самореп. Понятно, это значит Макс, если он меня топит, и подожди, я когда... Я просто спросил, тебя не... Света, по-моему, не было, когда я бежал в столовке, как бы, и как ты меня мог... Нет, свет починен. Свет починен был, блядь. Я починил, он буквально там секунды ну, его не было. Просто я его не видел, понимаешь? Если у нас был бы одинаковый вижн, как бы, да, то я бы его увидел бы я наверняка. Я скины еще не выкладывал. Я его не видел. Я кусочек, а он поэтому говорит, я и спросил. Меня. Я не говорю, что это ты был, я спросил, кто бежал, потому что я не разглядел там совсем так кусочек. Так они, нахуй они думают вообще? А, ну их за пацаны. Света не было буквально секунду, максимум две, я сразу починил. Это Макс. Меня топит, блядь, пиздец. Ну, если да я не топлюсь, я просто... Артист, блядь, вы, блядь, вы совсем ёбнулись башкой, блядь. Вам в прошлом раунде, секундочку. В прошлом раунде Фин. Только что... Они еще вне раунда сказали, что Гучик все время с Авдеич бегал, а Макс выгнал Настю, блядь, которая его топил. Вы совсем ёбнулись, блядь. Гучик, почему? Как вы играете, нахуй? Почему ты не можешь сказать, да что нет. тебе нет смысла репортить, это просто что пиздец, ты делаешь что-то да нет, Авдеич, погоди секундочку, у меня обращение к Максу. Макс, у тебя я выбегаю из электрики, блядь, проходит 3 секунды репорт. Блять, я мертвый. К тебе забегает Настя и артист. Как ты думаешь, кто два трейтера? Так я зарепортил финал. Да при чем тут ты это, блять? При чем тут это, причем тут это Макс вывел Настю, Настя причем говорила, это самый репорт, блядь, водителем Макса. И Гучик бегал все время с Авдеич. Ну как они оба могут быть трейтеры? Вы совсем ёбнулись, блядь. Вообще я сказал, когда я увидел то, что еще боти убили, хотя он с нами убегал и с Фенерготом. Пипец, про артиста говорили, про артиста до этого и я, и Авдеич говорили, всем пофиг, блядь, голосуйте друг в друга, блядь, ну пиздец. Ну почему-то. Да мне, блядь, нравится то, что Авдеич считает, что это я по первому раунду, блядь, вообще непонятно, просто, ну это ботя. Легчайшая катка была, блядь. Просто, блядь. Вообще голову не хотят вырубать, как будто. Реально, крипы ебаные. Почерк Фенергота, что ли? Почерк Фенергота, получается? Нет, 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 мы выгоняем сейчас артиста. Мы выгоняем Почему? Артиста. Почему? Мы выгоняем артиста, блядь, Сеня... Короче, смотрите, ребят, происходит ивент...
В верхнем двигателе там стоит просто на винте артист. Так если бы я убил, знаешь... бы, я бы винтанулся бы, или бы сидел бы там и убежал. Просто я так в угол пусть. Ребят. Килл, скорее всего, на реакторе, типа, артист просто выпрыгивает из винта. Хорошо, окей, пацаны, окей, девочки. Окей, типа, я ухожу мирным, давайте сейчас меня в себя руку поставлю. Это ты правдешь? А, ну Настя, девочка. Ну, Настя. И после этого выгоняйте ботю. Я мирный. Если он залупился, если он не хочет думать, я сказал, я просто так там стоял, типа, он не рассматривает эту версию. Там был вент, должен был... Смотрите, можно по белоглазке инфу дать? Белоглазка, по-моему, я ее с правой стороны вообще наблюдал. Не-не-не, я ее в конце... Смотрите, я был на камерах ближе к концу раунда, там коммуникации засаботировали, я типа ушел. Она пробегала с верхнего движка в сторону, ну, там вниз, короче, дальше мы с ней разминулись, но она, скорее всего, умерла в районе либо движка, либо в электричке где-то там. Нету ни на нижнем двигателе, ни в электрике. Ребят, трупа нет. Я сейчас там пробегал. Я могу сказать такой факт. Смотрите, вот. Сеня хотел забежать в мед, не забежал. Он забежал, вышел, за мной побежал. Я бегу, вижу винты на верхнем двигателе. Там стоит справа сверху, типа в углу на винтах, прям артист. Просто, я еще раз объясняю, что я просто так стоял. Он не говорит, что там винты были. Он не говорит, что там винты были, артист импостер. Я не говорил, что там винты были, я не сказал этого слова. Я сказал, что ты не видел их. Всего два голоса в артиста. И два в боте, лол. Ну тут, по-моему, очевидно. Кнопку нажимаю я, выгоняем артиста. Артист, можешь меня прирезать, если хочешь. Я с тобой в разноцвет стану. Sail away, sweet sister. Sail away, sea. Да-да-да, блядь, артист в школе расскажешь, блядь. Блядь, вот мрази, блядь, еб... Ну, сука, блядь, почему я один стою на кнопке, блядь? Что с игрой, она не работает? Да-да-да-да-да, поубивайте Финаргота. Блядь, пошли, короче. Только что при артист в не могу зарепортить, да, как ты на кнопку давай. Бот, Алё, что умер? Не голосуйте, я прошу вас Алё, что умер? Сейчас. Бот, а можно вопрос? Да, а какие вы что? У меня тоже вопрос к боте. Можно я первый тогда задам, если. Давай. Это? А смотри, ты скачал данные наверху, пришел в админку, да. Постоял и не начал их выгружать. Почему? Ну, потому что я подошел, встал на админку, потому что я Финаргот, и... Финаргот. Блять! Сука, Авдеич, Финаргот тебе сказал! Сука, погоди секундочку! Нет! Послушай, мы пожалуйста. Выводим артиста, блядь, успокойся. Нам. Никакой пресс-мирых, я говорю еще раз. У вас нет, была возможность выгнать меня, зачем выгнать меня? Послушайте, зачем вы перекликиваете? Зачем вы перекликиваете? Я говорю, на прошлый раунд я поставил себе руку, я говорю, выгоняйте потом ботю. Вы не захотели этого делать? Ты не ставил себя руку. Где труп? Я в артиста. Ну голосуйте, пресс-мирых, ваши проблемы. Если ботя плюс Авдеевич, ну и играйте дальше. Какой ботя плюс Авдеевич, если, блядь... Алло, где ёбнули, блядь, где трупы нашли, блядь? Кто не скажет, труп лежит на столе. Финаргот сказал, артист, прирежь меня. Артист взял и прирезал. Я стояла на админке. Блядь, просто делать мне нечего. Убью Финаргота для того, чтобы он дальше меня. Идите, пройдите, короче. Все. Я скипнул. Блять, вы конфигели, что, блядь, извините, конечно. Мы ребят, так не играем, но все же. Я говорю, на админке стояла, блядь. Два человека показывалось в столовой. Это были не люди, которые успели пройти в админку, блядь, в щиты, нахуй. Это был ебучий артист. Ебучий. Мы здесь так не разговариваем. Мне похуй. Блять, я сейчас нахуй пересобирать стак буду, блять. Какая хуйня будет продолжаться. Блять, они проебали игру, блять. Сука, блять. Блядь, давайте сейчас уже проголосуем в ебучем. Да, можно я первый? Можно вопрос? Говори, еще Сеня, пару вопросов. Не буду.
Я стоял на админке сейчас, когда свет выключили. Там было 4 человека, был вент в мед, точно. И никто не чинил свет. Я подумал, что там лежит, скорее всего, один труп, точно. И, возможно, стоит второй трейдер. Я бежал, репортил просто. Ты видел в реакторе одного человека? Сеня, ты видел в столовой? Это я в реакторе был. В столовке тоже видел. В столовой стояла я. В артиста мы голосуем сейчас. Сеня, если ты меня видел, в реакторе стоял я. Я не знаю, кто метнулся в мед, типа, я в реакторе изначально... Нет, там был вент в мед, 100%. Слушайте трейдера, пожалуйста, Сеня. Это Настечка и артист. Просто проголосуй. Нет, просто вот, нет, скорее Сеня артист. Я поверю в это больше. Но это артист 100%. Какой смысл Сеня репортить? Скажи, пожалуйста, я вообще хотел прожать кнопку и спросить, кто стоял. Но я смотрю, свет не чинится. Я думаю, там трупы валяются. Я стою все время в столовке сверху над кнопкой. Жду, когда же кто-нибудь свет. Давайте без крика, потому что она просто давит эмоционалом. Ты скажи, ты где труп нашел? Да, в электричке, право, в электричке. Ну, в электричке. Ну все, они убили, кто-то Леботя, либо Авдеевич, они винтанули сверх. О боже, я все время стояла в столовой, весь раунд в самом верху, чтобы ты меня артист не убил, и я тебя вывела. Потому что у нас до сих пор электрика не починена. Прикинь, прикинь. А ты этого не знаешь, потому что у тебя светло, все, голосуй, артист. У меня нет света, я не вижу, потому что. Да, давай. Авдеевич, ты действительно находишься. Весь раунд стою в столовой сверху у окна, Сеня, потому что... Настечка, а ты где сейчас находишься? Настечка, а ты сейчас где находишься? Ты со мной трейдер, ты не понял это? Сеня, где? Ты со мной трейдер. В столовой. Я же сказала, где она. Сеня, ты со мной трейдер, ты не шаришь? Фу, блядь. Неужели, блядь? Я сейчас бы нахуй... Неужели? Я, блядь, сейчас бы нахуй на Луну улетел бы, блядь. Я хочу на Луну улететь сейчас. Пиздец, блядь. Сука. Ебать, нахуй, я бы сейчас так сгорел, блядь. У, блядь. Так, надо... Сейчас еду закажу, погодите. Да нажмите вы кнопку, вы видите, Настя, что они мозги ебут? Они же, блядь, знают, что она трейтер. Блядь, пиздец. А чё они мозги ебут? Зачем они ебут мозги, блядь? Давайте проебите ещё нахуй. Блядь, пиздец, этот ходит, блядь. Один карты тасует, блядь. Второй нахуй по админке, сука, ходит без электрики, блядь. Всем здорово. Я не знаю, я просто... А кто умер у нас? Ботя. Ботя умер, да? Да. Ну, смотрите. Я в любом случае самая мирная за столом. В меня никто не может голосовать, потому что я вывела артиста и выгоняла его на протяжении всех раундов. Как видите, мы не проиграли игру, когда мы вывели артиста. Соответственно, у нас трейтер между Сеней и Настичкой. Сеня и Настичка рассказывают, чем же они сегодня занимаются. Я свет починила. Только я свет чинил, забейте это, Настя. Да, это Настя, короче. Рассказывай, потому нет, что... я могу, стой, хотите, я не, могу просто меня, рассказать для ситуацию. Для меня почему ты мирный? Потому что там делался килл и выигрывалась игра. То есть, типа, ну, зачем тебе репортить труп, когда ты можешь пойти сделать килл, то есть откат уже был. Не-не, просто я могу по этому раунду, всё. Защититься легко. Мы стояли сейчас вчетвером, ну все, ГГ. Сень, скажи, пожалуйста, ты мирный? Хорошо, просто что ты сделал с медом, блядь? Я не понял ситуацию в первом раунде с медом. Я просто пробегал, я увидел, что кто-то пробежал мимо меня, я не понял, кто это, я стрейфнулся назад, увидел тебя, потом ты побежал, я от тебя отошел, чтобы мало ли ты меня ты не убил. Ты стрейфнулся до верхнего двигателя. Можно сейчас вопрос? Да, ну потому что я в инвиз... Ну, типа, я не видел ничего, я поэтому и пошел. Алло, трейтеры, кто-то меня убивал? Боть, а можешь мне цвет отдать, пожалуйста? Я видел, как артист убил Финаргота во мне. Дай голубую по-братски. Я тебя убила, Настя, да. Тебя убила. Тогда, Настя, тебя там, типа, да. Я спасибо. Вообще охреневаю с того, что, типа... Что у меня не было. Как она успела? Господа, товарищи, кто нахуй два раунда? Люди, я говорю, при мне, блядь, человек винтуется, вы, блядь, не голосуете. Это самые лучшие люди, кто не голосовал у меня. Я просто в охуе. Знаете, я с вами. Я говорю, вот у меня сейчас чуть... Если бы сейчас еще и не выгнали, если бы еще, блядь, Сеня проголосовал, блядь, в кого-нибудь в меня. Я типа, не знаю, что... Типа, я сказал... Блядь, там просто даблкилл сделали на админке. Ну, дальше все понятно. Че вы, блядь, мозги бьете? Наглый артист, конечно. Чего это я наглый?
Артист вообще обнаглел, еще говорит, не дави эмоционалом, блядь. Ну а как, ты? Мне, ну как, а мне надо было Сеню купить как-то? Меня артист там чуть не задавил сам эмоционалом, блин. Блядь, что покупать? Не разговаривай. Еще больше еще говорит, что типа... Авдеич, кстати, можно давить не только эмоционалом, глотку. Ой, блядь, ладно. Глотку. Ребят, просто вам фраза. У нас здесь... Мирные, если в мирном вкидывают улетают со стола, только так, блядь. Ну, типа, если мафов, то их сложнее выгнать. Ну, просто факт. Я не выпрыгивал с люка, я просто так поставил. Почерк Финаргота получается. Бля, что ты опять кнопку нажал? Что? Кик Авдеич, блядь, пожалуйста. Чего, блядь? На О2? Авдеич прыгнула в... Авдеич прыгнула в навигации в люк. Все, спасибо. Это очень интересная история. Во-первых, я ни в какие люки не прыгал. Если труп тоже... Ну, типа, труп тоже там же. Ну, труп в навигации, потому что я только что с Настечкой стоял на О2. Очень интересная информация, если что, я никуда не прыгала, классно, Боти меня вкидывает за то, что он меня просто хейтит, охуенно. Я просто то, что я нормально, давай, поехали. Ботя, куда по твоей, ну, в какой люк она прыгнула? Я могу рассказать свой путь, абсолютно могу рассказать весь свой путь сейчас. А зачем навигация, я ее, ну, я видел, как Ботя только что замазал труп и пошел, нажал на кнопку, сказал, что это я. Зачем очень интересно. Я, в общем, смотрите, я голосую в Авдеич, да, нажму на... Боть сам на кнопку. А, блядь, ты на кнопку, сука, нажал, блядь. Ладно, я нажму на кнопку, блядь, а потом Боть увидим. Без проблем. Я один вопрос задам перед тем, как у меня перед тем, как... в админке оставался Макстоп. Макстоп оставался. Макстоп Сеня. Сейчас вообще-то листики скинул в хранилище. Короче, килл сделал либо Макстоп, либо Сеня. Килл не делал Алёша, килл вряд ли сделал Финаргот. Остается ли Макстоп, Сеня... Да где килл? Я по таймингу, бля, сейчас... Нет, я тебе говорю, Фин, то, что... Потому что я сейчас шел со стороны правого О2, через столовку вниз, выбежал как раз-таки с админки мне навстречу артист, и там кто-то еще пробежал прям по низу, получается. Смотри, рассказывай. Можно? Спасибо. Мы стояли в админке с Боти, Макстопом и артистом. Начался саботаж, я до этого момента начал убегать, потом стрейфнулся назад. Боти ушел первый, мы ушли с артистом, я еще раз вернулся, посмотрел, что там остался Макстоп, ушел, мы с артистом в столовке разошлись, дальше я его не видел, пришел на реактор. Потому что я в сторидже листики только что скинул, если что, ну так. А где листики чисто скинул? То есть ты во время саботажа в сторидже скинул листики? Да. Как ты туда попал? Блядь. Ну, листики это напротив. Короче, вы можете... Ребят, у вас есть возможности? Смотрите, вы выкидываете сейчас меня. Дальше вы выкидываете кто-то между Сеня Макстоп. Смотрите, кто-то между Сеня Макстоп, типа, и игра заканчивается. Погоди, Сеня Макстоп, а Гучик не может быть? Он же, типа, говорит... Я тоже про Гучика думаю. То, что он справа. Нет, я не знаю. Я вышел со стороны О2, я видел, пробежал артист, и кто-то прям по левому стороне, получается, по низу прям бежал, не видно было. А кнопку нажали или репортили вопрос? Нет, кнопку. Я лично скип прожал. Ботю кикаем. Блять, белоглазка, закрой.
Это что, ты это что сейчас было? Мы сейчас так мы тут не разговариваем. Нормально вообще? Еще раз это Крите скажешь, я приеду, блядь. Иду тебя. Метр с кепкой приедет. В октагоне встретимся. Риточка, солнышко, не расстраивайся. Да все нормально. Все, рот закрой. О, Макс, понятно. Мы к тебе тоже приедем. Чес. Где труп? А, так, труп около стола. Это не я, не Белоглазка, точно. Угу. Ну, это получается Макс. Это Фенергот, почему? Это не Белоглазка, не Алёша, потому что я наверху сделал квест, спустился. Это да, мы значит. В столовой пересеклись. А кто нет, где? Фенергот, подожди. Я с Макстопом разминулся на щитах. Да. Потом я ушел, меня закрыли в стороже. Все, я сейчас пришел делать три квеста в электрике. Закрыли в стороже, а у нас убийство на админке. Меня закрыли да. В стороже, да. Ну, блядь, cool story, блядь. Смотрите, ну, типа... Но, не Гучик. Я не говорю то, что я сейчас в хранилище. Я говорю то, что меня там закрыли. Я постоял и сейчас пришел в электрике делать три квеста. У меня, короче, то есть, циферки... то есть да, после того, как закрывают хранилище, и, скорее всего, килл сверху, ты вместо того, чтобы идти наверх и репортить труп, уходишь в электрику. Бля, я Макса голосую. А как нахуй? Я в скип голосую. У меня Макс еще по прошлому раунду, во-первых. Мы на пятерых, Леша, можем... Ну, блядь, у нас человек, блядь. Ну, так у нас пять человек, блядь, пять человек, Леша, один трейдер по очереди, и его синий кикаем, выиграли игру, блядь, что ты мозг ебешь? А почему я тогда первый? Да там не важно. Нажал. Давайте, я готов уйти после Макстопа, потому что он по... Давайте мы никого не будем кикать, просто сделаем задание. Убийств все равно пока нету. Ну просто я смотрите, можно я объясню? Вы мне в прошлом раунде не дали сказать. Леша, блядь. Точно, кто это может Леша, блядь. Смотри, Фенаргот... Леша, блядь, Леша... Да блядь, сука. Я не знаю, зачем вообще Леша что-то объяснять. Убивается, блядь. Кто-то из нас троих, нас двое убивает, блядь. Все, блядь, что ты будешь делать, нахуй? Вот ты останешься вообще, с Максом и Сеней, блядь. Вот останешься, блядь, ты нахуй с Максом и Сеней. И потом проебешь игру. И тут будет такой ор, блядь, стоять. По очереди хикаешь, выигрывает, блядь, да сука. Бля. Уже 100 раз так делали, блядь. Леша ебет мозг, блядь, нахуй. Иду, связь. Голосует скип трое, Фенаргот. И только Леша ебет мозг. Я ну, скипнул, кстати. И Белоглазка, получается. Я вам объяснил все.
пиздец, чуть ниже спустился. Пососать нахуй, блядь. Ребят, можно вопрос? У вас, да, блядь, да. Два... У вас в девичнете один голос меня, один в скип. Происходит килл, к которому я не причастен. Блядь, вы меня кикаете хорошо в размен. Блядь, по какой причине, просто интересно? Да потому что ты скинул во в девичь, и поэтому тебя кинули в размен. Все. Так нет, ты понимаешь проблему? Если бы я был трейдером и кидался, блядь, в размен, сказал, что я готов в размен. Я... Да, блядь, каким образом? Ты, блядь, был такой сладенький труп, блядь. Чисто в реакторе один стоял. Потом, блядь, типа, если ты будешь трейдером и так же тебе кинут в размен, скажешь, ой, блядь, чего вы в размен? Спасибо, чатик, я старался. Такое уже было. Не, ну окей, ладно, нет, я не про это. Авдеич. Не понял, как там с таймингами получилось. Эту победу я посвящаю твоему коту. Спасибо большое. Он был очень рад. Мне еще нравится, что меня, блядь, белоглазка поличка кикает. Ей еще похуй на аргументы на какие, либо он просто... Нет, потому что у нас разный цвет. Не пизди. Да нет. Ты согласился с ним? Да. Да. Не, я согласился. Ну, там... Фу, Бот, ты противно себя ведешь. Еще одно слово, да. И пошел-ка ты отсюда. Полностью солидарно. Имею уважение. Кука 8626, я не помню, за что тебя забанили, блядь, но я буду за тобой следить. Если ты на стриме сейчас, конечно. Музыка еще. Меня на самом деле подбадривала музыка этого, блядь. Как его, блядь, Рикардо Милоса, блядь. Блядь, ну Авдеич, блядь. Чего? Нет, а не говори, что ребят, это я. Это здорово, ребят, что Ботя сдох. Я реально рада. Давай, но спасибо, я тебе скажу, давай, то, что я к этому никакого отношения, да, не имею. Блядь, сейчас, меня сейчас только что видели люди, которые... Кто там на оружейной стоял? Во-первых, я с Гучиком стояла на О2 вначале. А вот на оружейной Настя стояла. Я шла со стороны оружейной, меня в админке не было. Я вообще не ожидала, что там килл лежит. Я ждала эти двери и мучаюсь, чтобы вниз спуститься. Все, я не делала этот килл Боти. Типа реально не делала. Ну смотрите, рассказываю. Смотрите, я выбегаю из электрики, типа закрывается хранилище. Вот, я долблюсь в двери. Хорошо, двери открываются. На меня спускается Авдеич, а там валяется труп Боти за ее спиной, блядь. Я, ну сори, Авдеич. А это не может быть Финн? Пожалуйста, кстати, не голосуйте в меня, это как? Не Финн. Как не это? Не голосуйте ни в меня, ни в Финна, объясняю, блядь. Меня только что видели с правой стороны, меня не было в админке. Финн, если бы я сделала килл в админке, я бы явно тэпнулась, а не закрыла себя дверьми. Ну подумай логически. Так а почему ты не зашла и не зарепортила труп, ну, в админке? Потому что я не... Зачем мне в админку, если свет только что гасили? Я иду на электрику, чтобы чекнуть свет. Нет, конечно, я никого не видела. Не, кажется, чел, скорее всего... Перед погашением света, получается, стоял в админке. Чел! В девичке же была в начале в админке, по-моему. Ну это в начале было. А потом было, я ушел на саботаж света, я починил электрику. А я ушла на О2. Я сделала О2, потом поднялась через верх, меня видели на метеоритах, я спустилась вниз, все. Спасибо. Никуда я бы не закрыла себя дверьми, я бы тэпнулась из админки, Финн, будь я трейтером. Думай логически головой. Хорошая паста, Дрокс. Сейчас пойду книжки искать и читать. Но у меня эту пасту уже постили. Надо что-то посвежее. Ну, блять, это бред ебаный. Я не знаю почему. Я не ебёт, вот я буду Авдеич выводить. Блять, боже, какой же погоди, сколько в Авдеич? Погодите, сколько человек проголосовало в Авдеич? Четыре. Кто? Я еще. Два мира. Я. А я артист, кто еще? Я, Макс. Я, Макс и кто? Ну кто еще один? Лёша, Лёша. Человек. Лёша был последний, кто был с Боти в электрике в том раунде. Где? Да причем тут электрик, понимаете, она от трупа спускается, блядь. Я не спускалась от трупа, я шла из столовой. И ты вообще, ты должен был видеть, мы с тобой через дверь стояли почти все время. Какой мне смысл стоять у двери и с тобой тереться, если сзади меня, блядь, труп, которым я сделала, блядь, я бы тэпнулась из админки, Финн. Ну мало ли у тебя килл почти откатился, откуда я знаю.
Очень интересно. То есть я с почти откатившимся килом стою такая и не убиваю меня, да. Себя. И не убиваю. Реально. Ну, не откатился. И ухожу на год. У нас один не сознается, кто в нее голосовал. Типа, если так бы это сказал. Был мирно, он бы сознался. Я Гучик. Мирная. А, Гучик сказал? Я же сказал сразу, да. Блядь, Макс Гучик артист. Что? Ну вот, я голосовали в Ардис. Я опять в Ардис. Я голосовал, значит, да. Потому что он трейдер. Я не знаю, чего от меня топит. Еще раз вам объясняю. Я была спрована, я Настя видела, вы понимаете? Я же еще раз говорю, когда выходил с Ардиски, ты оставалась там точно. Все же голоса и полетели. Все же голоса. Два трейдера среди этих людей. Да нет, блядь. Да. Да. Я готова всю игру ходить с одним человеком. Соси. Хожу с Максом. Так хорошо. Нельзя делать. Мы больше не договариваемся. Никогда мы не договариваемся о том, кто с кем бегает, блядь. Мы нашли труп. Я, Настя и Белоглазка. У нас сейчас сделано 2 килла, а нет, 1. 1 килл. А где килл? А где труп? Чистый, сильный. Мы починили втроем свет. Да. А, я чинил, да, парни потом пришли. Макс стоит на камерах. Сеня. Я налево в реактор ушел циферки выполнять. Сеня где вы нашли? Над связью. Над связью. Весь раунд была с Настей. А, весь там был Гучик, слышите? Там был Гучик последний раз, когда я его видел. Она весь раунд была. Я был в электрике потом. Не, Гучик, я тебя в электрике не видел. Я просто вначале, смотрите, я в начале раунда пошел в связь качать данные. Встретился с Гучиком. Офается свет, я бегу налево, Гучика я не вижу. Соответственно, поскольку там оставался Гучик. Я побежал, офается свет, я, получается, докачал данные в связи, получается. И потом как раз-таки я пошел в левую сторону. Я скачивал там данные, потом я сделал щиты как раз-таки. После щитов, когда вырубает свет, я пошел в левую сторону. Я забегаю, получается, в хранилище, закрываются за мной двери. Я был в хранилище сначала, потом я зашел в электрику делать там задание. Очень похоже, короче, финиш, что скорее двойка Гучик и Макс, что-то мне так кажется. Ну давайте почему? Гучик. Да почему у вас Гучик-то опять? Не, ну просто серия ушел с щитов, получается, я зашел в хранилище, вырубился, закрылись двери за мной, все. Я, получается, стоял в хранилище все это время. Потом я зашел в электрику делать здание. Макс, понимаешь почему? Потому что между Синей и Гучиком один, я мирный, Финн, ну, считаю мирным, хотя, не знаю, может быть, он за трейтера так делает. Авдеич, Настечка, Белоглазка, возможно, там один, но они сейчас троем были. То есть и ты как-то попадаешь. Ну, а как? Еще раз, вот смотрите, как? В меня голосовали. В меня голосовали. Ну, смотрите, можно я скажу? Смотрите, можно? Если мы допускаем то, что Авдеич мирный, а такое может быть, то среди четверых, кто голосовал Авдеич, два трейтера. Артист меня мог прирезать на камерах в этом раунде, поэтому для меня двойка Гучик Макс Топ получается. Я. Нажмите, блядь, я только что трейд распалил по винтам, блядь. Скорее всего, может и нет. Да, вот опять винты, блядь. Или... Блядь. Столовый. Один в электрике. Один в электрике, не столовый? Да, Сеня в электрике. И артиста убили, артист, ну... Столовый. Блядь. Я предлагаю выгонять Гучика. Да я почему согласен. Выгонять Гучика? Я сейчас подошел к камерам.
Ну потому что ты не подошел к камерам. На камеру под минкой никого не было. Человек с камер топнулся на электрику. Я сейчас шел по админке и сделал килл. Я ушла в электрику, потому что килл был в электрике. Это было видно по админке. Я в Гучка уже проголосовал. Да почему в меня-то? Потому что Фин, я, Авдеевич, Белоглазка, мы, скорее всего, красные. Так я уже сказал, что у нас Гучик и Макс два трейтера. Вы вообще друг друга видели, нет, или вы что, там все время толпой бегаете? Вы видели, там кто-то разделялся, где-то заходил. Почему сразу Гучик-то у вас? Потому что я была на... Да потому что среди четырех человек, которые голосовали в Авдеевич, два трейтера. Это не я и не артист. Кто еще двое остается? Гучик, Макс, топ. О чем вы, блядь, это... Я просто кинул там Авдеевич. А почему не ты? А мы тебя тоже просто кинем. С самого начала. Ну, значит, я с тобой трейтер, Гучик. Почему или со мной? Я ну, значит, я с Максом трейтер, и вот тебя топлю, а твой второй я хз. Нет, смотри, как бы, это такое, смотри, что ничего ты сначала там сделаешь, топишь в Авдеевича, сейчас ты как бы ты уже не топишь, как бы ты уже переключился на меня. Да, Фин, потому что так нет, меня доебался. Так потому что, Гучик, я с Максом трейтер, и на то, что я тебя тогда вывел, вот, и все, и выиграл игру, иди, все, давай, нет, откисай. Гучик, вот мы с Максом разъебали. Он не мог сделать килл. Поэтому не всегда стоит сознаваться, что вы в кого-то голосовали. Ха-ха, хорошая попытка, блядь. Макс, блядь, прирезал прямо на... Я ж вижу то, что ты идешь свет чинить и меня кикать. Ну, кикни. Ну да, у меня кнопки не было просто. Блядь. А я специально, я на Макса встала, говорю, Макс, убей меня, и он меня убивает. Да, не повезло немножко. Ой, ну вот, блядь, вот вы заебали, вы опять толпой ходите. Не получилось, Авдеевич. По трое, по четверо бегаете, блядь, в одних местах, да, блядь. Как, блядь, убивать, да, нахуй? Ты прибегаешь, Авдеевич, сука, никого, блядь, не нету нигде, блядь. Немножко. Реально. Сабахажа делать. Авдеевич, да можно вопрос? Да. Пожалуйста. Реально. Смотри, меня когда захавали в электричке, ты просто пробежал мимо его трупа и не зарепортила. Да. Типа, я что-то думал, что ты трейтер, а почему не хочешь? Я наверх поднялась посмотреть, есть там кто-то, нет. Может, а, окей, все, хорошо, убить. Хорошо. Я всегда так делаю. Я захожу. Кто-то стоит. Гладим усы на мирном, чешем затылок наблюдателя. Кстати, есть такая хуйня, реально. Ну, типа, на админке было... Блин, да, надо отказываться от этих привычек. А что у нас новенький, кстати? А ты вообще хули следишь, блин? Ящер-тащер. О, Макс, можешь дать цвету зеленый, пожалуйста? А что, ты хочешь? Ну, да. Благодарю. Мне просто вчера скин ящерки нарисовали. Вау, хорошо, бро. Благодарю. Где труп? В столовке. О-о-о! Это... Погоди. Блять, вот я скажу, что это очень похоже на саморепорт, потому что я только что видел Алёшу в столовке, я побежал я в тоже сторону, получается, меда, он только мимо меня пробегает, проходит 2 он... секунды, и тут же репорт. Он знаешь, валяется, это вот килл, он валяется, блять, можно я скажу, блять, где он точно валяется? Он в столовке валяется над люком, который рядом с ружейкой, если что. В админ... Могу сказать то, что и... недавно Сеня в навигацию пришел. Ну, я пришел туда с Белоглазкой снизу, мы видели там да, артиста, да, Настечку да, и Настя кого-то там еще. Был. Третий. Настя с Максом спускались там последние. Вот, да, Макс, потом... Настечка и артист. Потом я еще видел Белоглазку в навигации. Ну, и мы там с ней были вдвоем, получается, и ящер там стоял. На... Либо Леш... Лёй, кто там? Либо Леша. Видел? Гучик, по-моему. Гучик. Гучик, ты сказал, что Леша видел?
Да-да-да, так я с ним вот только пересекся, прям вот мы прям с ним пересеклись, получается, в столовке возле кнопки. Я пошел влево, я даже до этого, до меда даже дойти не успел, понимаешь, тут же репорт. То есть как бы это как будто вот убили и сразу зарепортили. Но у меня только сам репорт на уме, потому что по таймингам это только на сам репорт. Я похоже, тебе понимаешь? Говорю, потому то, что труп валяется все... над люком, и я вошел и тут же зарепортил. Я там не стал носиться, блядь, кругами и прочее. Я карточку делала, а не в админке стояла, я бы вам сказала точно, кто сделал килл, но... Я карточку делала. Не скип? Я бы... Ладно, давайте. Я бы не скипала, я бы выгнала Фина, а потом... Блядь. За что хейт? Не, я готов разминуть тебя. И что, Авдеич, а если ты выгонишь двух мирных, что будешь делать, блядь? Так а все остальные были внизу. Кто все остальные, блядь? Только что они все друг друга покрыли. Кого все? Где я? Где нашли? Около меда. Ни я, ни Макс, ни Настя. Это не Авдеич, ни Макс, ни я, ни Гучик, ты откуда сейчас пришел? Я стоял сейчас на админке. Вы только Гучик со мной на админке стоял. Финаргот куда-то убежал потом, получается. Я в электрике, Гучик. Ребят, вы в электрике видели Финаргота, когда вы... Он только зашел. Только что подходил. Только зашел. Ну да, то есть вы хотите сказать... Я только что на админке стоял с Гучиком. Да, был на админке. Да, мы стояли, получается, я спустился вниз. Там же. Откуда сразу ты взял? Сразу Финарготом. Что? Откуда ты взялся в электрике? Люка выпрыгнул. Что, я? А если... Я. Я артист. Да, я с админки пришел. Он снизу там... пришел, я видела, как он пришел. Ну, я значит, это Гучик. Я чертащик. Я был Финаргот. На админке, там взял. Это Гучик. Я с вами Гучик, заходил блядь. В электричество. Гучик, совсем не, Гучик ёбнулись. Я с Настечкой в электричество. Мы вам говорим то, что мы оба стоим на админке, отключается электрика, я выбегаю, потом, я так понял, Гучик за мной выбежал. Как, блядь, нахуй вас я и Гучик выходят, я хуй знает. Это, скорее всего, кто-то убил, либо, ну, не пришел на электрику, либо сначала убил и через камеру пришел. Ребят, либо это самый репорт. Я, как минимум, троих встретил. Авдеич, Настечка, Ящер и... Ящер, да, потом а я. Вначале Настечка была. Ну, смотрите. Винтов не было. Как вы только что посчитали, получается, смотрите, остаюсь я, Финн и Гучик. Гучик сказал, скачал данные, Финн стоял над столе, я проводочки подожди, делал, получается, белглазки нет. Я не скачал данные, я стоял на столе админки, получается, и я... Да все бы успели, артист бы успел добежать. Какая случайная песня, Катя, о чем ты? Это точно не Макс или Настя. О чем ты? Все остальные могли успеть. О чем ты говоришь? Кстати, я же могу вернуть заказ нет, песен она, на стриме. Так может, она бы не успела никак. О, глуповат. Ты просто пишешь мне сообщение. Типа случайная песня. Я предыдущее твое сообщение не видел. Что значит типа случайная песня, блядь? Что значит этот вопрос? Означает. Охуеть, легче слиться, да, вот, Катя, написать какую-то чушь, назвать меня глупым, нежели чем пояснить свой вопрос. Cool story, типичная логика. Обижаемся, пишем хуйню. А я голосовал в прошлый раз в неё. Да. А где труп? Ну, труп лежит в навигации, она вышла с люка с этого... Ну, этот килл сделали не Макс, стоп, и не артист. Нет, я была на О2, и потом пошла в оружейку... Подожди, навигация, ну, это справа самая часть. Я скинула листочки и пошла через верх столовки.
Да тобой... боже мой, это не Финн, не Макс, не Артист, я не ящера, это через саморепу или белоглазку. Ну, либо самореп, либо белоглазка, но у нас 7 человек. Мы выводим белоглазку, а потом мы выводим подожди, Финна. Подожди, а можно я сейчас спрошу? А вот ящер, Финна, а он при чем? Ящер, вот мы с я не знаю. Блядь, вернулись там над мидбэем, а... После вот этой хуйни я точно буду скипать. Я сейчас говорю, 100% это белоглазка. Я в кухне сделал сверху правду последнее. Ну и похуй, что ты говоришь, что для тебя 100% это белоглазка, я буду скипать, блядь. Нажмешь на кнопку, блядь, потом мы обсудим, блядь. Я нажму на кнопку и тебя... Ты нажать на кнопку. А, блядь, вот после того, как ты... Я еще был готов белоглазку проголосовать еще по прошлому раунду, но после того, как ты говоришь, что я с ней, блядь... Вы нормальные? Алло, блядь, вы нормальные? Я вам говорю, в навигации труп, она из люка вышла, блядь. Бля, ебать. Я проголосовал. Дурку вызывайте срочно. Пососи. Ну да, Артист? Давайте белоглазку, потом Финна. Угу. Почему у меня? Так, но так сейчас... Финн возле стола бежит в нашу сторону, да. Там сзади труп лежит. Да, да. Белоглазка... Где там труп лежит? Авдеич умер. Да уводите Финаргота. Нет, прям там где труп лежит? Оранжевый лежит, Авдеич, да, прям на столе лежит. А я в хранилище закрытое. Белоглазку проголосуйте, пожалуйста. Нет, подождите, блядь, нахуй. Еще раз, где труп? Ты сейчас говоришь, что за Финном стоит труп. Почему мы не можем вывести Финна? Скажи потому мне, пожалуйста. Потому что Авдеич нет, типа... она сказала, что ты выпрыгнула. Мы сначала тебя, в прошлом раунде не Авдеича, а потом уже Финна. В прошлом бля, раунде изи. Ты молчала. Бля, как а вас легко сейчас... наебать, нахуй. Пососали, нет, стоп, бля. Секунду. Пососали, блядь, лохи. Артист, Макс, стоп, мы сейчас ходили в навигацию. Там был кто-то? Я не видел. Нет. Там было пусто. Пососали да. Сначала Финаргота значит, это выводим, Настечка. Потому что вы говорите, что да, удачи. Они уже в тебя проголосовали. Плохи, блядь. Бля, ебать вас. Бля, кто скипает, кстати? А что такое, Фин? Че не смеемся? А кто скипнул, блядь? Если белоглазка скипнула, я, блядь, нахуй носу ей на лицо, блядь. Ну пиздец, а как с белоглазкой играть, если она, блядь... Я в конце, блядь, уже, ну, блядь, там нереально было бы выиграть. Или еще что-то сделать, блядь. Потому что там, блядь, нахуй. Нахуй артист мне сейчас расскажет. Нахуй, блядь. А как он пробрался, нахуй? Так, вопрос, Макс, последний раунд, вот, который ящера, был. Ящера, ты куда голосовал в прошлом раунде? Я проголосовал скип. Блять, зачем, блядь? Зачем? Я не знаю, потому что было какое-то поебение, нихуя не понимал. Бля, сейчас бы на шестерых скипать, блядь. Макс, ты заходил в навигацию, там был кто-то с артистом, ты заходил? Не было никого. Кикай, Настечка выходила, я под камерой смотрел. Я по камере сидел, Настечка выходила с... Нет, ты в прошлом раунде выходила с навигации. Они говорят, что там никого не было. Ты туда не заходила, получается. Подожди, нет, а сейчас не может быть. А не может быть Настечка, на самом деле. Сейчас убили и артиста, хотя Настечка... Что происходит, блядь? Да нет, это Настечка, блядь, нахуй. Они вдвоем уходили направо. Ну, типа, Настечка потом туда бежала. Типа, сначала Макс ушел направо, потом артист туда подбежал, а потом Настечка туда что-то такая шнырк, блядь, и все. В этом раунде. Не знаю, я скипаю, типа, блядь, это не я. Да, хуипаешь. Да-да-да. Кинь ящер. Класс. Бля, пиздата, слушайте, спасибо, что решили мне победу отдать, когда я превоскилы делаю. Спасибо большое за игру, я на сегодня наиграл, спасибо большое. Блять. Ну что вы, мои поросята, блять. Костера, блять.
Артист, куда вышел? Куда? Вернись, не надо плюс один нам. А вот трахать из вас. А ну, приведите, полегайте, мы сейчас выиграем. Давайте, выходите. Да, да, надеюсь. Выходите, кто, блядь, задание не выполнил. На, блядь! Бля, вот вы, конечно, умные люди. IQ 120. Я вообще не понял, как. Я вообще не понял, как это произошло, блядь. Авдеечка была. С первого раунда Финаргот хуйню творит, блядь. И просто типа Финаргот до последнего, до последнего. Да я в конце уже типа, ну типа похуй, они думают, меня сейчас кикнут, и я считаю, что такое, это Настечка, я такой, ебать, что происходит. Да потому что смотри, привет. Я у Макса Йо, спрашивал, привет. Когда они заходили в Йо. Навигацию, они говорят, что там не было никого, оттуда выходит, бля, бедный, Настечка. Бедный артист, довели его до белого коленя, бля. Реально? Я зашла и вышла, алло, я трупы чекала еще. Авдеич, ты жива там еще? Это она тоже пропала куда-то. Пошла сосать. Турка, да, приехала, конечно, наверное. Говна сейчас и поели, пиздец. Чего? Говна и поели, конечно, сейчас. Кто это говорит? Я говорю. Наебал. Нахуя ты это говоришь? Бля, ну белоглазка, ты, конечно, килы беспалевные делаешь. Чё? Килы ты, конечно, беспалево делаешь. Все, блядь, все. Она выходит хуй знает откуда, блядь. Да, дело не в этом еще. Все в электрике находятся, все, блядь. Там, блядь, сука, 8 человек, ты... Ой, 7 человек, ты убиваешь другого и репортишь. Я такой, блядь, что нахуй? Так Настя зарепортила. Наргот, ты можешь, пожалуйста, сосать, когда играешь на трейдере? Авдеич. Ради приличия хотя бы. Авдеич. Перед Авдеич, там, не знаю, там. Авдеич! Она отошла, что ты орёшь-то? Ладно. А, ты, она в соседней комнате, что ли, пытаешься докричаться или что? Типа... Авдеич, иди стрим! Да когда ты более-то зашла, но тут не зашел еще один. А чё вообще, до скольки планируете катать сегодня? Ну, я играю сегодня до футбола, сегодня матч пиздатый. Какой? Ливерпуль, Манчестер Юнайтед. Там же Манчестер Юнайтед первое место занимает спустя столько лет. А я в детстве. А что, во сколько будет? В 19 лет. Кто-то вышел? В лиге? Да, они в АПЛ на первом месте, блядь, сейчас. Кто тут бегает между. А, вы будете. А на втором, наверное, Ливерпуль, да? Да, да, да. А, или Тоттенхэм, сейчас тебе скажу. Кто не? Единственный вопрос: как Финн выиграл? Блядь, это просто потому сейчас. Что я руина тупая. А, я руина, понял. Авдеич, я руина, когда Макс говорит то, что я там не было. А, на втором месте Лестер, пацаны, вообще. На втором Лестер. На первом МЮ 36, на третьем Ливерпуль 33. Поэтому сегодня заруба жесткая будет, блядь. Футбол так интересно. Все прям футболисты вообще. Хочешь, Авдеич, можешь к нам в бар приехать сегодня? Авдеич, там предлагаешь будет приехать? Куда приехать? В баре мы сегодня будем смотреть, в 19:30. Оу, что за бар? Зачем Авдеич ехать в бар, где ебать будут не ее? А друг друга? Футболист! Да ладно, нет, да ладно, Авдеич, потом просто во время тайм-аута в туалет с тобой отойдем, и все, нормально. Блядь, кто это пошутил? Можно дать Оскар, пожалуйста? Тебе 15 минут хватит. Я пошутил, друг. Спасибо, что оценил, бро. Good job. Я за футболом уже давно не слежу так, как следил в детстве. Но вот сейчас этот матч реально интересный будет. Один из немногих. Не знаю, что вы так, блядь, бомбите на футбол. Это уж явно лучше, блядь, чем этот ММА вот эти, блядь. Битвы в октагонах этих, блядь. Где потом, нахуй, бойцы дерутся с тренерским штабом, блядь. Возня вот это, нахуй. Обезьянья, нахуй нужно, блядь. Спасибо. В админке? Труп? Да, в админке. Финаргота первого киля. Так. Авдеич, интересно. Где труп? В админке. В админке. Авдеич качала данные в связи, пришел Гидрос, подождала, пока Гидрос скачал, мы с ним вместе пошли и нашли труп. В смысле, Авдеич качала в связи? Прямо. Так. Блядь, она стояла в связи. Где ты в связи была, Гидрос? Она была в связи? Нет, но она сейчас была...
аптечку ставила около связи, или что-то качала, судя по всему. Либо фейковала, либо качала. Вот так. Просто во время саботажа света Сеня был в цвету? Да, я первый его починил. Лол. Я хорошо, просто я пофейковала в начале связь, раунда подождала, пошел пока в электричку пофейкуют и... гидрос, и мы вместе с ним починил. Пошли и нашли труп. Да. Там 4 человека было, да? Ну, по-моему, да. Я выбегал, выбегал оттуда с Алешей. В электричке во время саботажа. Кто был? Я. Сеня, Гучик, Белоглазка. Я. По-моему, так, все. Сеня, Гучик, Белоглазка. Там, по-моему, еще был кто-то. В Питер переезжаешь, спойлер? Ну, ты, получается. Не-не, я был на камерах. Я пришел туда, посмотрел, ушел. Окей. Ну, туда Алеша прибежал в конце, и потом он убежал. Куда? А, ты прибежал в электричку, мы с тобой побежали налево, я еще стрейфился от тебя. Да, сейчас по вопросам, Настечка, Максимов, Алеша, Андрейчик, Гидрос. Оттуда выбегал как раз Гучик, и там остался кто-то стоять на люке. Да, здрасте. Я говорю то, что по этому кио под вопросом, Настечка, Максимов, Алеша, Андрейчик, Гидрос. Хуя я под вопросом, я был на электрике, блин, потом с электрикой. Я не Гидрос, я спрашиваю, кто был на электричестве еще, почему ты не говоришь? Да, один кио. То, что она была на связи, хотя я сейчас пробегала, ее там не было. Я не знаю, это рофл такой или что? Нет. Да. Гидрос, ты можешь нет, сказать, смысле, что я стояла? Нет, сейчас она была на связи, да. Сейчас она была на связи, что? Ну чё, Гучик, как у тебя дела вообще, как настроение? Где? Ручки в Гучика можно сразу поставить? А чё там? Рассказываю. Ребят, ребят, сэмрекорд получается. Не-не-не, можно я расскажу сначала? Я зарепортил. Рассказывай, давай. Короче, я стою в навигации, не помню с кем, ну, кто был, то вспомнит. Начинается саботаж, я быстро выполнил, где нужно ракетой провести. Чувак стоит, качает данные. Бегу налево, в сторону реактора, выбегает Гучик от О2. Я решил чекнуть на труп, там лежит зеленый. Все, ну это очевидно. Ну, кикаем, а теперь, рассказываю я эту охерительную историю, получается. Я прибегаю сейчас с оружейки, сверху, получается, делаю задание. Спускаюсь вниз, в этот момент начинается саботаж, получается, реакторов. Я решил спуститься вниз, проверить, мало ли там что. Смотрю, там стоит Сеня на трупе ящера и репортит. Видишь, что прибегаю я и нажимает репорт. Ну так я готов в размену идти. Сеню, все. Спокойно вообще, в размену 100%. Кликайте Гучика просто, и это Сеня импостер, 100%. Я даже вот... Гучик просто вкидывает меня, забейте, я мирный, просто миллиард процентов. Да-да-да. Ага. Да, в тебя еще один голос, Сень, давай. Спасибо. Значит, Леша второй. Блин, на самом деле, жалко, что ушел Боти. И? Да. Кикаем Санечку. Да? Ой, Санечка. Да. Санечка. Спасибо. Извините! Ну, почему? Ладно, не извиняю. Чего все такие акции разговорчивые, блядь? Не, ну а в чем? Ну подождите, стоп. Можно объяснить причину кика? Мне кажется, это причина кика. Настечка не видела на себе. Стой, 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 давай, Леша, давай, я тебя готов послушать. Там была там варка. Блин, вы издеваетесь? Я стояла и сначала качала файлы, тогда потом пришел Генрос. Потом я скачал. Можно Леша скажет, пожалуйста? Мы кикаем в размен тебя, Гучику, потому что вы дружно... Что Торчмот делает? Мы будем точно уверены, что мы сейчас останемся при шестерых без трейтера. Хорошо. А потом Гидроза, а потом ты, меня, мы с Гидрозом трейдером. Так ты за этот, в
скинул. Схуя! А почему ты думаешь, что я трейдера в день? Ну, короче, я ухожу. Мы с тобой трейдеры. Можно последнее слово, пожалуйста? Короче, ну, Гучик 100% трейдер, я ухожу в мирном. Если что, там, за Лёшей посмотрите, пожалуйста. Да я знаю, я просто так инфу. Да, я хожу, Лёша, посмотрите. Я понял, там, типа, у всех нет вижена, кроме одного игрока. Я в Авдеич голосовал. Не, я все. А, свежие деньги. Так это буст для... Спасибо, Камис, давай посмотрим, что у нас выпало. Гачи микс у нас выпал. Включаем гачи, получается. А, просто это буст мирным, а трейтерам какой буст? Никакого, блядь. По сути. Сейчас. Гачи. Ой, все, помянем Авдеич, господи. Я скажу, пожалуйста, спасибо большое, дорогая. Я поднимаюсь наверх с... Короче, в админку, оттуда бежит Авдеич, да. Там труп. Но да, при этом белоглазка и Гидрос, так понимаю, на свету находится сейчас, да? Я одна на свету, меня закрыли там. Гидрос, ты где находишься? Ну, Леша не врет, я на камеру. На камерах, да. Я иду, Настечка, ты где? Я не знаю, я под камерами около навигации. Гидрос, ты правда? Да, но Настечка под камерами в навигации. Всё! Я в прошлый раунд, сейчас, во-первых, камеры не грели, во-вторых, в прошлый раунд я сделала проводочки и закачку данных в админке, сейчас сделала проводочки в столовой и шла из столовой. А здесь, спас, понимаешь, у нас Настечка с... Настечку видел Гидрос, просто на камерах бил... Будь здоров. Белоглазка в электричестве. А я видел, как ты бежала. Пососи. Пососи у рыбы. Да мне похуй, там Макс стоял, я не могла его не убить. То, что Авдеич стоял в админке, это точно. Мы предательство, ебаное, реально. Ты стоишь, в смысле, ты меня прошлый раз убил, я не могла тебя не убить. Я так хотел. Когда я тебя убил? Блин, а уже который раз с Гучиком, Гучик все время, блядь, сразу умирает, но... Пиздец, да потому что, блядь, я только делаю килл, блядь. Вот все почему-то какого-то хуя не на саботаже находится, а сука бегают по какой-то, блядь, залупе, короче. И в итоге, когда делаешь килл, какой-нибудь хер вывалится откуда-нибудь и, сука, зарепортит, блядь. Почему я не понял сейчас, это оскорбление, что вообще репортит полетел? Я даже сказал, ахуй. Так, последний на карте, потом идем на этот... Полис? Нет, самолет. Я тоже хочу самолет. Ой, да, нахуй это самолет? Да. Нет, на самолет у нас никто не прилетит. Не, Настя, вот это, конечно, было сейчас. Ладно, сейчас. Так, поехали. Где нашли? Я нашел труп при входе, ну, около входа в камеры. Это не коричневый, не я. На свет парень, наверное, бежал. Я не добежал. Я с Авдеей сейчас на электричестве был. Куда Фенергот бежал? Я из столовки бежал. Кто был с кем еще раз? Кто был с Авдеей? А сколько трупов? Сколько трупов? Я с Авдеей. Хуй знает, нет лайфлайнов. Я был в навигации. Рядом со мной был Макс Топ. Так. Кто был с Авдеей? Вот. Не, я точно я не знаю. Я вспоминаю, кто со мной. И кто еще со мной в админке стоял, по-моему? Синий Авдей. Ну, блять, могут окраснять трейдер, ладно. А труп где? На камерах. На камерах. Около камер, да. Не на камерах, а при входе в камеру. Угу. Ой! Ну, есть еще какая-нибудь информация, там, Гучи, да нету инфы, давайте скипнем. Я с белоглазкой и еще кто-то с нами стояли, получается, на отбитке. Да это рандом, Максим. Красняю, но этот раунд точно.
Я скипал. А, подожди, кто стоял в админке? Кто был с правой части? Я был с правой части, и ящер-тащер был. Ой, слева, я был. Двое было в электрике. Чучерс? Двое в электрике? Двое было в электрике по админке. А на камерах в меди кто-нибудь был? Не помню. Я думаю, вряд ли был кто-то на камере. Стоим. Если на был камере. Кто-то, то он молчал. Но в начале потому, начале там раунда на проходе. Там был один. В начале скорее, раунда кто-то был в медиа. Вот. И был. Но мы уже этого не узнаем. В 19:30 футбол. Ну, Настя, где рассказывай. Труп? Блять, это долбанная подстава. Свежие деньги. Стой, где труп? Ну, а у нас, кстати, два трупа, нет? У нас два трупа, ребят. Два трупа, один в меди лежит. Давайте сначала по тому, которого зарепортили. А почему меня зарепортили? Блять, можно я скажу? Я выбежала с навигации, видел гучик-гучик, пошел куда-то пойти наверх. Можно я сначала скажу, пожалуйста, я отрепортил? Я стоял на раунде весь раунд в админке, со мной стоял Авдеич и ящер-тащер. Вот, в навигации постоянно что-то туда-сюда. В общем, я бегу туда, Настечка мне бежит напротив снизу. Я поднимаюсь, и у входа в навигацию валяется труп Лёши. А, ну я понятно, не это знаю, значит, Настечка, смотри, получается, 300%. А, потому что я пришел, когда начал подниматься в навигацию, погас свет, получается. Ну, я доделал таски, видел там сквозь меня, постоянно мелькал Лёша. И потом пришла Настечка. А скинь мне в ВК-ссылку на этот мод. Я делал таски, потом смотрю, пусть Боти из Лёши пропал. Включился свет, смотрю, никого нету, Настечка пошла вниз, я пошел вверх на оружейку, как бы, и все. И тут же я только стал на оружейку стрелять по метеоритам, тут же зарепортили. То есть, как бы, ну, больше я там никого не видел. Смотрите, кто-то заходил в этом раунде в медицину? Ну, это второй трейдер, скажем. Ну, пока. По картам я видел, что... Кил в меди был. Два человека было в меди, один был в электрике. Ну, один был в электрике, да, это я видел. То есть кто-то мог ветнуться из электрики в меди? Нет, там не было винтов с электрики. Я пришла. Там просто чел зашел с кухни. В общем... Просто я Лёшу последний раз видел в навигации в Насте, но на Семере Косте слипать. 100% для меня как бы сейчас черная, потому что как бы там с момента того, как я с ними пересекся, как бы прошло времени очень мало, понимаешь? Как мы на Семере Косте? Это не Гучик, нет. Это Гучик. Это не Гучик, нет. Это Гучик. Гучик и Финта, да. Да, конечно, блядь. Я никуда не пойду, как говорится. Да, это Настя. Настя зарепортил труп. Это Лёха. Настя, а почему как бы топить меня и не ты исключаешь вариант саморепортов? То есть как бы сразу же... Ай, значит Гучи, который пошел вообще наверх в оружейку, который ушел наверх. Как могу быть у тебя я? Если мы с тобой пересекались, ты видела, что он ушел вниз, да, допустим, Лёша? Я ушел наверх, почему это я, блядь? Настя, а что ты не сказала, что ты стрим запустила?
Ау! Я даже не знал. Бля, под гачи убивать вас самое наслаждение. Да, блин, мы карту меняем. А там Авдеевич в ВФК стоял или она кнопку ждала? ВФК до ВФК. Я в телегу в инсту запостила, что ты рассказываешь. Ты нигде, в Дискорде нету, например. А, есть, ну ладно, похуй мне. Проебался. А у меня просто они почему-то не прислалось. А в Инстаграме, слышишь, видимо, не запостилось, не знаю, что. В Инстаграме я не чекал. В Инстаграме есть история. Есть. Слышь, Авдеич, а почему Бист больше не играет? Я не знаю. Потому что Бист... Не, мод это потом надо будет тестить. Я хочу с Дезертуком и Бистом. Дезертук в свои эти Тарков играет. Бист вообще что-то непонятное. Свежие. Бист вообще что-то непонятное, я согласна. Хочу свежее мясо с рулетом, чтобы успокоить свои нервы. Ребята, что-то вот в последнее время все что-то в игры, в Амонка, в Амонка. Артист, а никакого, там, типа, твоя рулетка, у нас впервые выпал челлендж. Ты пишешь... Там бобрище хотел, бобрище хотел, только он перенес. Я пиздец хочу вписаться на какое-нибудь типа шоу, на какую-нибудь херню. Алло! Бобрище, бобрище. Верни оранжевый, слышишь меня? Не ори. Слышишь ты? Верни оранжевый. У тебя не подходит под розовый оранжевый. Подо что под розовый? О, у меня шлем на голове. У тебя фламинго. Фламинго на голове. Нет, у меня шлем. Да, у тебя фламинго на голове. Охуенно шлем и... Так, верни, возвращай оранжевый, я ливаю. Ты что, ливнула там? Ой, решила напугать. Запускай. Хорошо, я хотел вернуть раньше, но ты вышла. Он забрал мой оранжевый. Это мой оранжевый. Запускай без Авдея. Да, Лёша, это мой оранжевый. Сейчас, это мой оранжевый, верни. Вливай опять, получается, Авдеич. Сейчас рандомлю челлендж. Первый, неугомонный, всегда бегать, нельзя останавливаться. Второй, выбрать одного игрока, преследовать всю игру. Третий, уверять всех, что на корабле завелся чужой, и ты его видел. Это я убираю, мне это не нравится. Видишь, у меня на голове мохнатка, сейчас я тебе такое устрою. Нельзя ничего писать, говорить в течение одного обсуждения. Если видишь, то перенес на следующую карту. Прям идеально. Паникер, отыгрывает панику весь раунд. Союз, выбрать красный цвет, обращаться к другим игрокам. Товарищи, товарищ, синий и так далее. Голодный пассажир, находиться только в столовой. Спасибо за параноик, играть и комментировать игру, как будто все остальные импостеры. Девятый, нельзя выполнять задание. Десятый, при каждой паузе рассказывать анекдоты. Одиннадцатый, нельзя репортить трупы. Это мой код.